Всем добрый день! Сегодня у нас 10 октября. День такой солнечный, но на улице прям прохладно. 8 градусов всего. Ветер холодный. Скоро надо сажать чеснок уже все. Завтра у меня день рождения. Сегодня мы с мужем посетили 2 магазина наших торговых центров. Покупали продукты. Завтра хотела устроить ужин. Просто ужин позвать родственников своих и сваху со сватом. Сейчас вам немножко покажу про наши продуктовые покупочки, потому что я уже раньше снимала, вроде бы как меня это и не мучило, а последнее время как-то это я уже не люблю такие эти снимать видео, стараюсь редко снимать, когда уже действительно большой объем покупок, поэтому снимаю. Но зрители просят снимать про покупочки. Я так понимаю, что такое видео нравится. Ну, поэтому снимаю, девчонки, вот так вот, по вашим просьбам. Ну, начнем. За все продукты в 2 магазинах я отдала около 6000. Так, ну, давайте начнем. Вот купила вот такие семена тыквенные, сами знаете, полезные. Буду понемножку Димасику давать. 85-32. Сколько здесь грамм? Здесь даже отрезано, ничего не написано. Сколько грамм? Ничего не знаю. Может, здесь вот написано. 158 грамм. 540 рублей стоит. Кунжут взяла. Я все время его покупаю, потому что мне нравится. Я делаю сырники из творога. Вот. И панирую вот эти сырнички вот этим кунжутом. Очень вкусно получается. Вот 104 грамма, 300 рублей килограмм стоит, на 31,20. Так, это семена. Это купила для дела. Так, дальше. Ну, хлебушек вот этот вот у нас вкусненький такой, ржаной. Не совсем, наверное, ржано-пшеничный. Вот. 18 рублей у нас стоит такой хлебушек. Так, дальше у нас лимонад Буратино. Так, вот, это вот Буратино. Это тоже Буратино. А это какой-то Фиеста. Это Саша брал. Лимонад Буратино. 59 рублей Буратино. Так, минеральная вода Волжанка. Вот эта вот газированная такая. Непростая вот питьевая. 27 рублей бутылка. Так, и все, что ли? Минеральная вода. Значит, другая минеральная вода по другому чеку как-то идет. А Фиеста стоит 50 рублей. Вот это вот Фиеста, вот эта, которую я показывала, Фиеста. У нас почему-то атмосферу пробивает 2 чека. Наверное, в разные, как бы, бухгалтерию в разную идет. Торт Прага, Мирелевский. Торт Прага стоит у нас 266 рублей. Сегодня привезенный на 10 числа. Так, колбаса кремлевская премиум, дубки. Так, где колбаска у нас? Вот она. Вот это кремлевская, это сырокопченая колбаска. Килограмм стоит 659 рублей. Здесь вот эта палочка вывешивает всего на 300 грамм. 197,70. Балык свиной, фабрика качества. На 217 рублей вот этот балычок сырокопченый тоже. Это я хочу нарезочку сделать на стол. Так. Корм Вискас. 2 пачечки взяла по 20 рублей. Вот, кошку порадовать. Гостинчик ей. Потом нарезка, грудинка пряная. 125 рублей тоже это. В мясную нарезочку сделаю. В мясную тарелку сделаю. Так. Мука Макфа, это я 5 килограмм взяла, у нас стоит 171 рубль. Там в пороге стоит большой мешок, я все напачкалась этой мукой, я не буду сюда тащить его. Потом сыр Ланбергольц пружаны. Так, 545 рублей килограмм. Вот такой он жесткий, я люблю вообще жесткий сыр, мне надо будет его в салат. 138 стоит.
Так, так, грудка куриная тоже мне нужно для салатика. Килограмм стоит 263 рубля, у меня на 192 рубля. Вот эта вот грудка копченая. Салат буду делать. Завтра буду делать салат, покажу обязательно. Так, поэтому чеку все, поэтому все. Так, другой магазин, Магнит. Магните. Так, салат листовой. Вот у меня зелень вся вот здесь. Зелень прям такая хорошая. Не удержалась какой-то одной фирмы. Я так понимаю, что это частный предприниматель. Но факт то, что, посмотрите, все прям такое безупречное. И укроп такой хороший. Уж я не знаю, как это все выращивают, с какими там нитратами, нитритами, но мы не будем об этом думать, потому что если обо всем думать, вообще можно чокнуться. Лук зеленый стоит за 100 грамм 34,40. Петрушка стоит тоже 34,40. Укроп 34,40. Всего за 100 грамм. Так, лаврушка. Посмотрела, вот прям такая свеженькая, хорошая лаврушка. 57,30. Вот за эту вот упаковочку. Так, дальше идет у нас селедка. Северная гавань в масле. 500 грамм. 139,90. Вот такая вот селедочка. Вот. Вот. Это я хочу рыбную тарелку сделать. Так, потом у нас идет полуфабрикат из мяса птицы, охлажденный цыпленок. Я так понимаю, что это вот, наверное, филе грудки. Я купила две упаковки. Хочу сделать... Блин, слово забыла. Так, 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 так. Я сейчас вам скажу сначала цену. 213,21. Но это за обе, что ли, упаковки? Наверное. Потом за курицу вот я отдала. За курицу. 300. Бройлер самарский. 333,86. Дальше пошли конфетки. Конфеты купила вот понемножечку на стол тоже. Это Красный Октябрь. Я покупаю такие московские конфеты. Вот Каракум, Красный Мак и Мишка Косолапый. Ну что, по отдельности не буду, наверное, вам называть цену-то. Просто назову, вот за сколько здесь вот я заплатила. Значит, это Каракум 108,88. Потом Мишка Косолапый 108,80. И Каракум 108,88. Батюшки, одни восьмерки, как-то так умудрилась. Майонез Провансаль. Секрет кулинара. Ни разу не брала, взяла. По акции 83 рубля. Так, оливки зеленые. Так, оливки зеленые. Вот эти вот оливки премьер. Они у нас без косточки. Так, так, так. Где они у нас, оливки? Угу. 95 рублей. Крабовые палочки. Взяла две упаковки 97,80. Виши я беру. Это тоже сделаю для Димочки. Салат он очень любит с кукурузой и с этими палочками. Вот. Это единственное, что он ест. Поэтому уж как-то надо угодить внуку. Так, морская планета, форель. Две упаковки я взяла. Вот они, две упаковки. Уже здесь вот кусочки нарезанные. Тоже на рыбную тарелку положу. Вот. Получилось так мне подешевле, потому что все остальные кусочки, которые там были представлены в этом магазине, вообще по 600 рублей. Я вообще в шоке. Вот, а за эти вот я две последних взяла. Это каждая была, наверное, по 100, по 135 рублей. Вот я две взяла на 100, на 272 рубля. Виноград кишмиш. Ну, так ничего, вот выбрали. Кишмиш без косточек. Без косточек. Килограмм стоит 134 рубля. 155,24 здесь. Взяла два апельсина. Два апельсинчика. Тоже это сделаю фруктовую тарелку. 51,85 за два апельсинчика. Потом, значит, оливки. А, маслинки. Маслинки без косточки тоже 83 рубля. Вот эти вот. Маслины без косточки. Дальше у нас идут лимоны 109,12 за 3 штуки. Но лимоны такие прям большенькие. Прям, наверное, кожа очень
такая толстенькая будет. Водка Путинка 280 рублей за бутылку. Вот две бутылки водки мы купили, потому что будут три мужчины у нас. Вот такая вот. И следующий у нас идет граф Ледов. 314 рублей. Ледов 314. Вот. Взяли еще шампанское. Вино игристое. Кюве Рояль. Белое полусладкое. 269 рублей. Вот в коробочке. Это я вам сейчас покажу. В этой коробочке. Вот так вот оно выглядит. Белое полусладкое. Сейчас покажу. Здесь еще вот такие вот конфеточки здесь. В гостинчик. К этому шампанскому. Вот написано. Вино игристое, полусладкое. Белый премиум. Кюве Рояль. Полусладкое. Так, производство Италии. И недорого. Так, дальше у меня что идет? Так, скумбрию взяла одну копченую, тоже на рыбную тарелочку, 102 рубля. Вот за такую рыбку, вот за маленькую вот копченую скумбрию без головы. Вот. Скумбрия 102,48. Так, добрый сок яблочный, 142 рубля. Вон он там стоит. Так. Простоквашино сливки 109,90. Вот они. Это мне нужно будет, я рулетики куриные буду делать из филе грудки. Так, так, так. Простоквашино сказала. Так. Молоко 68 рублей. Вот такое вот молоко я для кофе машины покупаю, хорошо взбивается очень. Пенка. 68 рублей. Кукуруза Бондюэль 95 рублей. Тоже нужно будет в салатик мне. И добрый апельсиновый нектар 142,90. Такой же вот тоже апельсиновый. Так, здесь сколько у нас? Два литра? Два литра. Так, ну вот для гостей две бутылки я купила. Шампанское для девочек. И еще у меня есть моя наливочка вкусняшная. Ну вот это все. А, еще Димуньке я купила вот две такие баночки. Вот любит он говядину с языком. Иногда балую его, покупаю. Вот такие вот. Так, скажу сейчас, какую цену. Так, Тёма. 99 рублей. Это значит, пополам надо поделить. 45. Ну, где-то так. Слушайте, а там 60 рублей баночка была. Как это так? Как так получилось? Я когда брала, внизу стояла цена 60 рублей за баночку. А здесь у меня за две баночки 99 рублей. И получается как 54. 50 что ли? Так, что-то не сказала про что-то еще. Мысли потеряла. Ну ладно. Так-то вроде про все сказала. Про зелень завтра. Сегодня я начну уже готовить рулетики эти вот с филе. Сейчас разморожу северные грибочки. Начиню их вот жареными грибочками и кусочек сыра положу вовнутрь. А потом это сливками залью. Это будет на горячее. И на бутылке пожарю курицу. Ну, вот такие пироги. А завтра буду делать, как все буду делать, я обязательно вам покажу. Как накрою стол, как придут ко мне гости. Если гости разрешат сняться в моем фильме, если они мне позволят это, я это все сделаю, все сниму. Ну все. Покупочки я вам показала. На этом я заканчиваю свое видео. Всех целую и обнимаю. Пока.